Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. В вашем внимании сегодня на обозрение предоставляются велосипедные запчасти. Эта велосипедная запчасть называется «Болден», некоторые «Рубашка» называют. Но самое основное то, что они у нас есть, и вы видите, что это такое, для чего оно. По этим рубашкам идут тросики, которые позволяют переключать велосипед, и идет тросик для тормоза. Болдены имеют разного цвета. Болдены у нас разного цвета, как вы видите. Они разного цвета как для тросиков тормоза, так и для тросиков переключения передач. Отличие между этими болденами, имею в виду тормоза и переключения, заключается в следующем. Тросик тормоза более тонкий идет. И внутренняя часть болдена идут параллельно все металлические рубашки. Ну, металлическая, получается, оплетка внутри болдена идет параллельным ходом. Тем самым лучше идет ход самой тросика. В тот момент, когда у переключателя, у тормоза, идет одна сплошная лента, которая заворачивается вот так винтом. Это идет более упрощенный элемент, и на самом деле для тормоза не является таким оптимальным. Также есть у нас черного цвета, как вы видите, болдены. Для тормоза белого цвета есть. Если вас заинтересовали болдены, цветные болдены для велосипедов, обращайтесь на наш киевский спортивный магазин на бульваре Перова. Магазин «Велавива» всегда готов к постоянным клиентам предоставить скидки. У нас есть мастерская, которая легко вам установит любой понравившийся цветной болден на ваш велосипед. До скорых встреч. Всего хорошего.